Ну, за приветствую всех на канале Atom Monofly. Сейчас я нахожусь в аэропорту Хургада, интернациональный аэропорт. Это означает то, что меня выпускают из Хургады, наконец-то, домой, в Германию. Чему я очень-очень рад, потому что я до последнего не знал, выпустят меня отсюда, либо не выпустят меня. Так как у меня есть прививка, но нет ПЦР-теста, я его не делал. И когда я менял билет, я спрашивал дополнительно, можно ли без ПЦР-теста мне вылетать из Египта в Германию транзитом через Турцию. Мне сказали, что можно. Последнее время я смотрел эту информацию очень много в интернете, искал информации. Там было написано, что можно. Но я до последнего все-таки не верил тому, что меня выпустят. Выпустят меня из Египта. Это египетская сила. Но все-таки случилось чудо. Сейчас я прошел все контроли. Все контроли, которые были, я вам расскажу в своем видео. Жду посадки на самолет, и мы улетаем через Стамбул транзитом. Пересадка на 4 часа в Стамбуле. Потом Германию. Сегодня, получается, уже сегодня я буду находиться на территории Федеративной Республики Германии, чему я очень-очень-очень рад. Все, на этом буду свой коротенький видео заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. И всем без байк. Чус!